Всем привет, ребята, с вами Геймер, и это у нас канал Геймич. А мы продолжаем проходить игрушку под названием LEGO Batman 2. У нас момент, получается, был, мы заехали в город, правильно? Мы заезжаем в город, и нам надо направо. Двулики, кстати, смотри, двулики. Мне интересно... О! А давай сначала, давай вот сюда сначала съездим. Так, значит, назад. Даем заднюю. Джокер, двулики, хорошо. Красавцы. Так, где-то тут, да? Кстати, отсюда видно пещеру, глянь. Отсюда видно пещеру. А где... Не доехал, что ли? А, реально не доехал, смотри. Не доехал. Наверное, опять надо что-то сломать и все. Как всегда, да? Чё нового? Надо понять, куда ехать. Чтобы машину не загнать. Проехал? Что за прикол? Проехал. Это тут. На камушке? Под камушком? Где? Где? Что? Как? Зачем? Ничего не видно такого. Так, значит, вот так вот смотрю. Я синий, я Бэтмен, да? Так, мне надо вот сюда вот так смотреть, правильно? Так. Ну, почти. Значит, камеру передвигаем. Это вот тут. Вот здесь что-то должно быть, да? Что-то тут ничего не видно такого. Так, как тут? Прыжок. Куда? Ничего такого, да? Ничего такого нет, блядь. Да блин, в смысле? А что это тогда? Может, на дереве, кстати, как вариант тоже. Такого тоже не видно. Правильно же? Да. Реально ничего не видно. Хоть бы куб показали, знаешь. Ладно, фиг с ним. Фиг с ним, значит, поехали. Куда мы там едем? Меня вообще показывают вон, в Готэм. Я не знаю зачем. Ну не в Готэм, а в да. Вот сюда мне показывают. Возможно, мне надо сейчас поехать все-таки в дом. Так что поехали сначала в дом. Поехали в дом. Где дорога в дом? Дорога в дом направо. Направо, прямо и направо. Сейчас это мост. Вот перед мостом. Вейн Мамор или как его? Мэток Уэйна. 30 не хватает, ну. А что ж ты тогда мне хочешь показать-то? Я сейчас это психану, блин. Если я психану, то это все уже. Объехать-то я объеду маеток, если получится. Ой, все, не получилось. Не получилось объехать. Не фартануло. Назад. Вперед. Пещера где-то тут, да? Я прям в пещеру упаду. Ну почти. Че ты зыришь, Робин? У меня тут авария, помог бы. Так, еще раз, получится зайти в пещеру, нет? Мне вообще транспорт теперь надо вызвать. Я свой угрохал. Одно. Пещера не тут? Не тут. Тут. О. О, опять дает зайти в пещеру, смотри. Значит, все-таки тут что-то есть. Все-таки тут что-то есть, что-то надо сделать. Хотя показывают, смотри, направо, направо пока. Зачем мне направо?
Зачем мне направо? Если я не могу это сделать. Здесь направо тоже нельзя. А, bad save. Все-таки не сильно понял, что хотят от меня. Во, куда надо, нифига себе. Далеко. То есть у меня здесь сохранялка, да? То есть, если я хочу сохраниться, то мне надо обязательно сюда приехать. Либо ждать определенного автосейва. Окей, окей, понял, понял, понял. Так, сначала проезжаем, да, спокойно, спокойно проезжай, потом, если что, секретики когда-нибудь пособираем. Не тормозя, сразу на разгоне несемся. Значит, прямо. Сейчас попробуем по интуиции поехать. Мне кажется, вот здесь где-то поворот. Так, ну через парк поедем, что бы нет. Так, теперь куда-то еще правее надо. Стоп! Что это было? 175 кубов. Жесть, просто жесть. Кубов надо так, поехали. Так, теперь можно остановиться, посмотреть на карту, куда я еду. Ну, знаете, в принципе, по интуиции я чуть-чуть это правильно поехал. Чуть-чуть. Мир кажется маленьким, но на деле... Ну, сначала на карте он кажется большим, потом кажется маленьким, когда ты так быстро перемещаешься на машине. А все же он... Hello. Не, ну ты попутчик, в принципе, чё бы нет. Ребята, я спасу. 8 из 6, да? 86%. По этой штуке отмечать сюжет, в принципе, лучше не надо. Ха, беги, убьёт. Нифига себе, это чё за комбо из троих сразу убьёт. Так, карта. Карта, где я? Проехал. Я не проехал. Так, к назад. И вперед. А, налево раз. Еще левее. Получится. Чуть за уж такая интересная. Ля, а это что такое? Отмывать? А нафига? Слушай, оно не помогает. Оно чуть не отмывает. А, все отмыло. Так, прыжок. Я бы хотел по заданию, да, но, как видишь, по заданию меня нет, они пускают. Меня держат здесь просто силой. Возможно, я сейчас какого-то еще злодея найду здесь. Женщину-кошку стопудово. Что-то пропустил? Камеру повернуть надо. А чё, она не поворачивается. А нужен Робин, блин, а Робин внизу, дурачок. Давай быстрее, давай. Опа, опять вниз упал. Бэтмен, ну ты же с электричеством, ну долбани его, чтобы он там не бушевал. Ну не тупи. Пэтси. Пэтси, браток. Братишка. Хочу сказать, я эту... Как ее? Водосборную башню сломал... шнуром. Я лез кого спасать. Ничего нет. Хотя высоко лезу. А зачем мне так высоко? Так, аккуратно. Аккуратненько. Куда меня несет, блин? Только хотел по сюжету пойти. Что за бред? И так в каждой серии.
Вот это просто фарт, я не могу. Вот что значит открытый мир. Ace. Ace. Там написано Ace, там написано. Я не просто так сказал, видишь, easy. Ну, не easy, а Ace. Первый раз правильно. Так, здесь может что-то построить, но, наверное, да, 55 кубов. Много. Везде надо кучу кубов. Я еще первую не построил, там где 35 надо, так. А, не набрал еще, не успел. Допустим. Чё, рикошет? Так, это что, это как? Опа! Видал, как я могу? Так, стоп, пади. А здесь ничего не случайно? Это вообще, вот, ну, как бы случайно, но нету, да? Ладно. Help me, иду, help you. Так, мне... А может, мне туда надо было, не? Там тоже что-то есть. Нафиг ты упал? Больной, что ли? Опять упал. Да больной. Я как его носит вообще. По лестнице. Так это говно? Чем тебе говно? А его надо очистить, наверное. Наверное? Серьезно? Ты набрал говно? Куда мне стрелять-то? Куда стрелять? Покажите хоть. Так, это мост, это понятно. Это зеленый цвет. Пустите. Да подожди. Кстати, Бэтмен до сих пор остался внизу. Кислота. Чем не кислота? Так, там еще фиолетовое что-то. Так, значит, ага, для каждого свой цвет. Значит, кислота это вот это. Да, все, для каждого свой цвет надо. Раз. Так, вода, давайте воду. Вода вот сюда. Да ну хватит, хватит, ну шо ты? В самом деле, блин, не попадаешь, ну дурачок. А, все, хватило. Так, теперь говно. Аж зло придумать с говном делать его. Так, реально, и звук еще такой. Один в один. По крышам бегать. Ну, по крышам это прикольно. По крышам это прикольно. Да, тихо. Кружится, кружится. Весь мир кружится. Красиво. Сразу в лужу упал. А это, смотри, я взял как фиолетовое, а в бочонке розовый. Прикольно, да? Обдурили, сказать. Так, и что мне это вообще дает? Такой вопрос на засыпку. Бля, и трубы держат тоже пацаны. Ну, статы я имею в виду. А, во, куб дали. Кстати, можно проверить. Можно проверить, будет ли тут куб. А, у меня же карта закрыта, да? Да, карта закрыта, не даст. Тихо. Тихо, тут куб. Аккуратно. Так, куда теперь? Где там на Бэтмена? Ага, ага, размечтался. Так, вот так, на Бэтса, вот туда идти, вот сюда идти. Просто прыгаем. Так, прыжок, давай, прыжок вверх. Все, свалились. Куда? Отсюда. Сюда? Сюда. А вот такси моё.
Я не заказывал, но могу поехать. Че бы нет. Стоит, просто стоит, как без дела. Так, а это уже интересно. А в смысле? Тихо, не ломай. Мне еще от нее прыгать. А, или нет? А как они мне сейчас машину сломают? Погоди, я ее сам почти сломал, мне ее сейчас добьют. Сюда. Так, сумасшедшая ночка в Готэме, значит... Я, кстати, ботаника одолел. Ночной мотылек. Реально? Киллер моч. Мотылек-убийца. Это здесь мотылек-убийца должен быть, правильно? Да выруби ты уже ее. А, она мощная, я понял. Даже Бэтмена трясло. Я могу остановить это безумие. Точнее, или нам надо остановить это безумие. Как-то так. Бочки с химикатами, которые соединяются. Интересно. Я, кстати, эти химикаты отмывал же в саду плюща. Саду плющ. А так можно было, что ли? Что, так давай соберем. Стой, куда ты там? Там фиолета монетка, там 10 тысяч монеток дадут. Во, даже больше. Офигеть. Так, Робину тоже надо быть, мыть, я понял. Ага, оно и домашка. Домашка это плохо. Да? Ну это понятно, чтобы отмывать. Капец, он быстро строит. Красавчик просто. Так, прыжок. Готово. Хазарт. Значит, а где что отмывать надо, я так и не понял. Так, ну можно сюда пройти, да? Ну, типа пройти. Как вот это открыть? Это как открыть? Как оно открывается? Вот как оно открывается? А, так оно открывается, допустим. И чё? Чё не дают? Ну, потянул, все правильно. Открылось? Нет. А что сделалось? А построить? Давай строить. Сейчас взорвется, аккуратно. Ну что это мне дало? Не сильно допер. Допустим, отмоем все, да? Допустим, чисто отмоем. Было все по красоте. Вряд ли же это так надо. One more thing, sir. Да блин, я знаю, что воды нету. Сейчас будет вода. Не? Нет воды все равно. Не дают воды. А, она ж наберется здесь. Точняк. Ну вот, я всплыл, да? А, так ты... Блин, ну ладно. Что-то типа первая капсула, да? Первая колба. Ага. Ну так, по цветам надо. Вот то, что я сейчас сделал, кстати, заметь. То, что я сейчас сделал, я по цветам подбирал все. На верхушке. Вот это то же самое, что и сейчас будет. Плюс-минус. Иди в пень.
я занят. А это прикольно, ты так быстро ломаешь. А, правда, меня убили так. Так, где там Бэтмен? Я понимаю, что сейчас главный герой это Робин. Так как все от него зависит. Но все же хочу за Бэтмен поиграть. А, так здесь можешь просто пройти, ладно. Хорошо. Хорошо, просто пройдем. Динамит там взорвет лист стопудово. Ну конечно! Это логично. А, теперь мне надо электрического Бэтмена, допустим. Подождете, пока я покручу? Спасибо. А чё? А, что-то мешает. Не знаю, что мешает, но что-то мешает. А, блин, газовые эти надо было убить, чё? Даже легче легкого. Так, теперь отмыть. Это мы умеем. Так, теперь электрического Бэтмена. Хотя более нормально было бы, если бы я говорил Бэтмена электрика. Скорее вот так. Не электрического Бэтмена, а электрика. Он же реально электрик. С электричеством играется. Хотя на деле электрики все чинят. Электричество. Они играются с ним. Раз. А это никак ничего нельзя сделать. А, это надо... Ага. Ну да, вода не поможет здесь. А если прыгнуть и долбануть? Я тоже не помогу. Ладно. Хорошо, хорошо. Ну там водяной нужен. Водяной идет. Вон, ты откуда сзади взялся? Нет, прыжок. Все, 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 спокойно, я тону. Все. Вы не тонете, потому не надо. Че мешаете? А, воду убрал. Понял. Сейчас взорвется. Ты дурачок, что ли? Тут что-то прыгает. Тут надо убрать стопудово. Сейчас какой-то куб или потайнушка дадут. А воды нет? А где воду взять? Ага, вот вода. Ну да, легче просто К зажать, и он сам все уберет. Я просто помню, что была кнопка, на которую ты нажимаешь, и он сам все делает. Ну, точнее, я так убирал воду со стены вот у плюща. Так что вот, нашел все-таки это К. А то целится как бумерангом, тоже такая тема. Так, погнали. Поменяли на магнитного... На магнитного кого? Кто такой магнит? Это ж надо притянуть. О! Во! Так, а там Бэтмен. Правильно? Да, все, он залазит. Если он мне монету собрал, там нет. Вот и собака. Хотя монету мне не собрал. Как так можно? Вот зачем? Давай. Только не прыгай, пожалуйста, только не прыгай. Я кому сказал не прыгать? Ты дурачок? Пустить на землю. Ты дурач. Робин, пожалуйста, спустись на землю. Или это из-за газа? А, реально из-за газа, прикольно.
Так, это у нас красная уже смесь. Там впереди получается какая-то коричневая должна. Кстати, красной у нас не было. У нас была обычная вода. Я строю. Не строй. Фу, нет, не мешайте. Взорвалась. Вот убейте, Робин. А, мне Робин нужен, я понял. Я вас понял. Магнитная лестница или обычная лестница? Это обычная лестница. Еще мост сломали, да, вы заколебали? Так погоди, а мне две надо? В смысле? А нафига мне еще две колбы? Коричневая, какая еще будет? Желтая? Синяя? Колба с водой, реально. Вот это угар будет. Вот это угар будет, если просто захотят минеральную воду проверить. Дурачок! Ну нафига? Ты ж мог прыгать по-нормальному. Вот как Робин. Я специально перепрыгнул, блин. Фу, я специально переключился на перса. А Робин взял и прыгнул обратно. Раз. Не то. Ба, там еще красная колба. Зачем еще одна красная? Айтик не заберу? Ага, забрал. Так, здесь надо перепрыгивать. Все, готово. Так. Блин, так тут Робин нужен. А Робин дурачок. Там хоть не Бэтмен умирает все время? Просто если он умирает и теряет мои деньги, то это мне не нравится. Вообще не нравится. Так, ну это понятно, это чтобы залезть наверх. Это красиво, это хорошо, спасибо. А, ну оранжевая, да. Так, взрывного надо тут Бэтмена опять. У меня нету его сейчас, а возвращаться туда-сюда я не буду. Алло, поехали, ребята. Это они сейчас ко мне придут, да? А, это ж мне выход, получается, открыли, правильно? Да, стопудово выход открыли. Не знаю, зачем я это делаю, но я это делаю. Они просто взрываются и деньги дают, чего бы нет. Возможно, еще будет какая-то отсылочка, ну не отсылочка, а ты понял, да? Тигретка какая-то. В момент надо просто определенный подобрать, вот когда она подъедет, вот так вот встала, все, оп. Или нет? Сейчас, сейчас. Можно, конечно, еще попробовать. Вот когда оно по... Блин, она же стояла, что это плёк? Вот все, она встала, да? Спешу, спешу. Я сейчас больше денег просрую, чем Бэтмен. А чё? Что за прикол? Так, нужен Бэтмен. Все, он сам прошел. Он сам прошел. Пускай Робин сам проходит тоже. Бэтмен понял, что это уже гиблое дело. Обесточил. Костюм забрал. Так, значит, вот это заполняем. Давай, 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 давай. Так, готово. Готово. Почти, почти, готово. Давай, 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 давай. Опа! И зеленый. Это значит, реально как мороженое заряжали. А что, не попадаешь, что ли? А последний цвет какой, давай. А, из трех. Ля, прикольно. Что, реально синий будет? Синий, голубой, цвет воды, короче, вода, да? Блин, прикол, реально вода вышла. А. Серьезно, вода. Хотя, погоди, мы же ее еще не собирали, правильно?
Так. Готово. Правильно, правильно. Здесь отмывать надо. Просто К зажму. Он сейчас сам отмоет. И здесь босс. Это логично. Нет, не босс. Не босс. Но машина. Вы мне типа машину подарили, да? Чё бы нет? Действительно. Опа! Вообще по красоте, слушай. Попрыгал за монетами, а нашел путь куда-то. А, здесь никуда, да? Окей. Это типа деньги? Все? Ладно. Ладно, прохладно. Ага. Я понял вас. Не то. Садись. Садись. One more thing, sir. Во, а здесь управление нормально. А чё ты не хочешь? Что за прикол? Так, чё-то я не понял. Так, Бэтмен. Бэтмен, Бэтмен. Ты мне нужен, вернись, пожалуйста. Пожалуйста, вернитесь, товарищ Бэтс. А то я что-то не сильно понял. Во, все, теперь понял. Вот здесь уже бот помогает. Вот так вот. Так, здесь тоже открыть надо. А, здесь уже можно так залезть. А что? А, ну вот, воздух пропал. Напряжение было какое-то, да? Что нельзя было пройти. Воду спустили. Направо я смогу пройти, интересно? Ага, все равно нельзя будет, да? Жаль, жаль. Так, стой, стой, стой. Он сейчас же спрыгнет. А. Раз такое дело, если можно так просто пройти будет, то хорошо. Я сейчас просто за монетками сбегаю. Деньги-то нужны. Хотя 100 тысяч уже набил, но это на одного босса. Вот ты ж видел, да, сколько плюш стоило? 125. Чё не шай? А, даже так. Ага, ага. И не пройти. Ладно, все понял. Бэтмен, сам вернись, пожалуйста. Реально вода, смотри. Я это предвидел просто. Протеин, ксенон, меркурий, тотал. Какие-то химикаты, короче. Не, это элементы чего-то очень опасного. Нам пора смываться, правда? Да! Так, чекпоинт. Чек-чек-чек-чекпоинт. Чек-чек-чекпоинт. Да, продолжим. Так, надо за Бэтмена. Бэтмена быстрее ломается. Так, теперь надо за Робина, чтобы он все потушил. Туши-туши, Робо. Робо-робо, туши. Так, тихо, монетки, монетки, монетки. Монетки, деньги, деньги. Мани. Сейчас вода закончится. Сейчас вода закончится у меня. Все, вода закончилась.
А так она не набирает, да? Печаль. А где ж воду набрать? Здесь что ли? А в смысле? Алло, мне вода нужна. И чё? А, возможно, здесь наберется вода, да? А ну? Нет. Ничего, что мне вода нужна. И чё это? О, вода. О, вода. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну я ж это наберу и все. Правильно ж. И вылажу. А тут в любом случае надо было бы идти, смотри. Здесь надо костюм для Робина построить. В любом случае просто. Так что вода это была бы обязательно нужна. Лучше я вот это уберу, реально. Лучше я вот это уберу. Блин, прыжок. Вот, все, как. Не так, издалека надо. Вблизи он не тушит, я понял. Все, так, значит, за Робина прыжок забираем акробата. Куда мы идем? Налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо, налево, направо, вниз. Будет какой-то мост, да? Топудово будет какой-то мост. Так. Ну да, вот он, кстати, же. Шар. А залазь уже, блин, хамен. Бэтмен, давай, дуй. Бэтмен, дуй ко мне. Все, молодец. Вовремя. Так, не стой меня, пожалуйста. Отдал. Забрал. Отдал. Ой. Там что-то будет. Сейчас лучше взорву его просто и все. Чекай. А, так три подарка надо было взрывать все время. Только не падай. Так, это К. Это К надо же. Да блин, дурачок что ли? Ну да она не стреляет-то. Сейчас же взорвешься сам. Ой, опасно, ой, опасно, ой, опасно, ой, опасно. Все, уйди. Товарищи, у меня силовой костюм. На что вы надеетесь? Угу, не взрывается, да? А здесь может залезть как-то? А здесь акробат может залезть? Тупудово, да. А теперь строим, чтобы залез Бэтмен. Все правильно. Мне интересно, вот это можно ли? С этим сделать, нет? Ладно. Хорошо, допустим. Лишний раз стрелять. Нафига. О! А ну. Хорош! Реально, а акробат-то прикольный. Тихо. Так, Бэтмен залазит. Ага, Бэтмен должен тут все сломать, я понял.
Давай, 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 давай. Помедленно, аккуратно, у тебя же тяжелый костюм. Ничего не сломать себе. Раз. Не туда. А, в принципе, и так сломал, окей. Это тоже нам за мод считается. Допустим. Допустим, припустим, спасибо, отпустим. Так, раз. Пропрыгал, мог упасть, но неважно, я выжил. Что случилось? Джокер случился. Это ж прикольно выглядит. На деле оно все горит. А что с золотом делать-то? Бэтмен, ты там не падай, а? А, возможно, его выкинуть надо? Или так сломается? Сломалось. Не, не хочет золото, блин. Что же с золотом тогда делать? Когда мне это покажут, когда расскажут? Ну, ну компьютер, ну это понятно. Ну, не компьютер, а телек. Телеком все понятно. А что так далеко-то? Где? Заколебали у меня выгонять вообще отсюда. Стопудово это надо сломать. Что-то построить после этого. О, Бетси, давай. Ты вернулся. Раз. О, строят уже что-то, смотри. А потому что надо сломать. Вот, сломали, и все без проблем. Но все-таки на телеке должен быть Джокер сейчас. Не электрический? Не вернуться за электрическим? Так, смотри, если тут сейчас что-то будет такое, то я вернусь за электрическим. One more thing, sir. Че? Ага. Ага. Понял. Что, прикольно сделано? Чего? Выключу. Там же нету, да? Ага, все, понял. Давай вернусь за электрическим, чего бы нет. Если он недалеко. Конечно. Если далеко, конечно, не хотелось бы за ним возвращаться. Пишу. Тихо, ну ты чё? Где-то тут электрический, правильно? Да, вот. Конечно, придется туда-сюда сходить, но да ладно. Я схожу, потому что там куча секреток, я не хочу пропускать много. Точнее, я не смогу потом вернуться, я не захочу этого делать. Я говорю про момент. А ну, если я сейчас побегу. Бэтмен же придет сам, правильно? Я говорю за то, что если я пройду это... Уровень, все, я на него не вернусь больше. Я просто чего не вернусь. Блин, он дурачок, он не захотел идти. Короче, самому все надо идти. Все самому, да самому. Хорошо, дошел. Ну. Интересно, что ж там будет? Что ж там будет? Ради чего я сюда шел? Пожалуйста, покажите, расскажите, ради чего я сюда шел. А, ну-ка. И чё? О! Так, тут мост какой-то активируется, смотри. Если я сейчас шар возьму. А он все равно медленный такой же. Я думал, так быстрее будет просто. Так, давай, залазь. Давай, аккуратненько. Тут какой-то мост. Во! С подарком. Мост с подарком.
А подарок надо 3 штуки сломать. О! Смотри, Харли Квинн с Джокером. Прикольно. Но он взорвется. Ну да. Но зато прикольно сделали, слушай. Так, теперь надо... А, можно еще на пробел менять персонажа. Будем знать. Надо силового теперь взять. Казалось бы, да? Вот горит все, надо быстрее текать. А я такой за секретками. Туда скажу, сюда скажу. Обратно и вернусь еще раз 20. Да, вот так вот, вот так вот. Кстати, серия надо заканчивать. Время на подходе. А время уже вышло. Раз. Два. Вот это из-за того, что я просто решил секретку открыть. Ну, не секретку, просто чтобы не возвращаться, да? Она не секретная, в принципе, оно и так было видно, что там требуется персонаж. Мешаешь! Сейчас упаду, будет твоя вина. Ты идешь за мной? Ты меня кинул? Бля, друг, не надо. Пожалуйста. Мы должны сейчас будем выключать, закругляться, а ты... Ты дурачок. Куда ты ушел? Меня сейчас убьют, пока ты там будешь бродить один. Давай, давай, давай. Оп. Выкидывай быстрее, а то оно взорвется. Ну конечно, где ты там? Ой, дебил, ты как тут оказался-то вообще? Только попробуй сказать, что Бэтмен сюда идет. Не надо, Бэт, не надо, пожалуйста. Пошли за мной. Спасибо. Иди, иди. А вот туда точно не надо. А вот туда точно не иди. Что-то я не рассчитал. Вот это минус игры 2D в 3D. То есть не все же объемное, да? Казалось бы, мир объемный, но видишь ты его в плоскости. Так, чё, тут надо шар, да? Тут шар надо. Понятное дело. Сейчас уровень закончим просто и все. Ага, вот так надо. Раз, два, три. Всё, меняем. Готово. Так, теперь сюда, теперь сюда. Сюда. Так вот. Реально, сейчас уровень заканчиваем, и все. Вверх. Готово. Готово. Так, палку вставляем. Хорош. Давай, оп, оп, давай, 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 красавчик, и вниз. Ну не прям же вниз, ну ты чё, дурачок? А ты отсюда, ага, блин, шар, не тут. Прыжок. О, так я мог отсюда допрыгнуть, реально. Я хочу монету добрать. Вот, все забрал, все, я рад. Отпусти ты. Какой же тупой Робин. Даже не Бэтмен, а Робин. А ты куда поехал? Больной, что ли? Не, ну ты это видел? И хоть Робин поехал. Воу, воу, воу. Красавчик. Раз, два, и три. И здесь надо долбануть током. А это как работает? Там деньги были сверху. То есть мы сейчас наверх поедем, правильно? Или упадем? А ну-ка, объясните, расскажите.
Короче, вниз, я понял. О, Супермен. Киллдаун. Ха-ха, его гладят прям. Робин его прям погладил. Это было вау, просто! Бен, ты видел? Я могу теперь за Супермена поиграть! Лазерные лучи, просто кайф! Кайф, ах, кайф! Что? Сохранение. А, ну давай сохранимся на этом все, чего нет. Давай, значит, сохранимся. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.